Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать! Наконец-таки продолжаем играть в OMSI Bus Simulator 2 на карте Омнинск и в качестве автобуса замечательный автобус ЛАЗ-5207 украинского производства, предназначенный для междугородних и пригородных перевозок. Как вы уже поняли, выпускался он на Львовском автомобильном заводе с 1994 года. Поедем мы с вами сегодня по 112 маршруту, достаточно интересный маршрут, и наш автобус сюда прекрасным образом вписывается. Стартовать будем с автовокзала до деревни Висянка. Давайте пробежимся бегленько по автобусу, давайте начнем, не знаю, вот с Лючков. Мы сейчас на автовокзале с вами стоим. Багажный отсек, имеются колпаки, таблички, что-то еще, бородавка и антенны. Колпачки такого образа, я их, пожалуй, уберу, потому что мне они совершенно не нравятся. Вот такая антенна. Ну, вполне неплохо, пусть будет. Таблички, мы посмотрим их чуть попозже. И бородавочки. У нас уже подано питание, потому что я выставлял маршрут. Давайте откроем капот. Здесь у нас просто картинка, ну и хорошо, больше будет фэпоса. Выхлоп как будто пластиковый, ну так скажем, он просто у нас почернел от старости. Ничего здесь не открывается, багажный отсек, все идентично тому же самому, что у нас имеется и с этой стороны. По интерактиву практически все, чтобы попасть в наш автобус, нам нужно открыть вот этот лючок и нажать кнопочку. Таким образом у нас открывается дверь. Чтобы закрыть, нажимаем правую кнопочку, и дверь закрывается. По внешке тут как бы вроде как все. Больше никакого, да, интерактива. Давайте переходить в салон автобуса и смотреть его изнутри. Итак, друзья, мы в салоне. Сразу же мне не нравится вот эта текстура вблизи. Хотя вдалеке она очень даже ничего, да. Очень даже ничего, вполне себе. Текстурки сидений все в порядке, пол тоже, да, как бы, ну, пойдет, для этой игры пойдет. Для этой игры пойдет. Двери давайте попробуем открыть, посмотреть, как оно. Ай, замечательно. Очень хорошо. Очень здорово. По салону все окей. Все добротно. Здесь мы можем видеть место водителя. Давайте, собственно, на место водителя и переходить. Так, друзья, мы на месте водителя. Давайте запустим данный наш лазик. Выжмем сцепу, нейтралочку, подадим питание и запустим. Звуки есть и неплохие, вполне себе. Качаем воздух. Пока пусть качается воздух, уберем ручник, мелочница тут у нас с гривнами, кстати говоря. Первым делом, конечно же, сразу мы проверяем форточку. Работает. Ну, там, кстати, так светло, а у нас так темно внутри. И сразу же включим печку. Печка у нас включается вот здесь. Включим ее на всю катушку. Пускай она у нас катушит на все. Пусть горит свет. Никакой перегородки, кстати говоря, нету между мной и пассажирами. Кстати, на каком языке написано? На украинском? На украинском. А, люк не проверяли. Да, люк, точно. Ой, слушайте, вообще супер. Вообще просто огонь. Тут тоже перегородки нету, поэтому будет холодно дуть сюда. Ну, по приборам все понятно, да, как бы я показывать не буду. Колхоз имеется, шторки, вымпела, часы, еще какая-то хрень непонятная, табличка и прочие там таблички и вонючки. Это мы сразу убираем, не знаю, что это, но мне не надо. Обороты, да. Так, поставим часы. Часы нам нужнее. Что у нас по расписанию? Времени еще навалом. Мотнем. Так, вымпела я сразу уберу, не нравятся они мне. Ну, это пускай висит, на фэпос не сильно-то и влияет. По шторкам, но, как бы вам сказать,
Ну, вполне себе неплохо, но я уберу. Вот, чтоб, давайте, чтобы FPS был хороший, более-менее. Вот эти оставим, а те уберем. И, кстати, вот здесь уже с этой шторкой, так, давайте с другой стороны. С этой шторкой уже, как бы, да, перегородочка есть. Но я тоже, парни, уберу, чтобы был побольше FPS, потому что у меня лагает. Так, смешки, табличка на Чистогорск, на 117 маршрут, я ее уберу, и дети, я ее тоже уберу. Так, не то убрал. Вернем табличку, которая была маленькая. Вот, Весянка, 112. Все окей, все хорошо, замечательно. 42 у нас пассажирских места. Ну, давайте, наверное, я мотну времечко и будем подъезжать уже за нашими пассажирами. Так, мотнули времечко. Давайте с первой попробуем тронуться. Трогается и шлифует. Угу, все хорошо, пассажиры подходят. Снег сразу на лобаше у нас тает. Вот так вот. У нас даже вот, смотрите, блин, вот это круто. Вот это мне на Омнинске очень нравится. Вот город, сам город на Омнинске мне не очень. Потому что, во-первых, падает FPS. Во-вторых, там, ну, как бы есть такие объекты. Не совсем они мне нравятся. Ну что, в принципе, да, можно стартовать. Никто, наверное, не подойдет. Кому надо, уже пришел, да? По идее, 21 минуту стартуем. Ну, давайте, раньше лучше. Город мы не застанем. Кстати говоря, так, G1. Ага, мы заглохли, кстати. Мы заглохли, потому что у меня не скидывается в нейтраль. Я вот не знаю, почему, кто знает. Напишите в комментариях, как эту проблемку решить. Я уже устал с этим биться, блин, вот. Не скидывает в нейтраль, и все. Так, мы уходим здесь налево. Подсказку я забыл включить. Чисто-чисто. Выползаем. Сейчас подсказку включим. Ага, потряхивай. Но у нас предрессорная сидуха. Не должно сильно трясти. Я, конечно, изначально хотел этот маршрут катнуть с Весянки до непосредственно вокзала. Но у меня, когда подъезжаю вот сюда, у меня здесь дико падает FPS и просто вот вообще вот в ноль, блин. До тряски автобуса. Это у меня уже третья попытка записать видео, сука! Гололед поганый. Я извиняюсь, ребят, честное слово, извиняюсь. Не буду перезаписывать, нафиг оно мне надо. Но немножечко выехали. И пускай. Чё, дверь, что ли, задняя открыта? Нет, была закрыта. Да я тупанул. Лазурный, первая остановка у нас, точнее, вторая. Ага, буйволы могут выйти. Ну, хорошо, буйволов мы положим, не проблема. Вроде как, ребят, я наконец-то с ремонтом более-менее раскидался. Осталось совсем чуть-чуть. Я уже имею компьютер, имею возможность записать видео, даже имею возможность иногда постримить чуть-чуть. Так что я думаю, я буду... Вот, вы вот видели, да, вот чуть-чуть FPS был плохой, и раз, поднялся сразу, как мы выехали за город. Вот эти объекты пропали большие, объекты города, и все, и FPS сразу выровнялся. Я заглох. Потому что лох. Зад не буду открывать. Нафиг надо. Вечно забываю потом дверь закрыть. Прописал пассажиров, прописал сюда трафик. Пассажиры, кстати, почему-то не все у нас одетые. Троечка. И передача не всегда втыкается, хотя сцепы я выжимаю в пол. Играю, естественно, я на руле. На Logitech G27 и с трекером. Кто впервые на канале, вы теперь в курсе. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Нижняя речка не замерзла. Минус 6 у нас за бортом. Примерно. Вот у меня примерно такая зима и есть. Вот трава, снег на траве, сугробов нету. И...
приносили приколы. И максимальная температура была у нас зимой, вот сейчас середина декабря, где-то минус 10 было, наверное, максимум. Посмотрим, что будет в январе. Обычно... Бляха-муха, да почему ты, сука, так не можешь заехать-то, блядь, нормально? Я прошу прощения за бомбежку, просто я уже за сегодня третий раз пытаюсь записать это видео. Другого момента у меня не будет, поэтому прошу меня простить за мат. Я, наверное, там подвырежу момент просто-напросто и все. Ну ладно, уже спалился, поэтому не вырежу. Так, Луговое, да, это наша остановка. Изначально я хотел катнуть 34-й маршрут, но не получилось, потому что FPS в городе падает просто в ничто. И тормозов нема. Спасибо большое моему подписчику Михаилу. Да, вообще всем спасибо, кто мне пишет. Мы с Михаилом пытались настроить Омнинск так, чтобы не лагало, но у нас ничего не получилось. Мы пробовали разные версии, разные хоп-файлы, разные автобусы, ничего не, в общем, не получилось. Я думаю, ну и поеду тогда по 112 маршруту. Но, как видите, с ним тоже проблемы, поэтому Омнинск, наверное, я подзаброшу, может быть, 106 еще прокачусь когда-нибудь. Поедем на какую-нибудь московскую карту. Да, либо вообще на Чугуев. Вот Чугуев мне нравится. Вообще люблю эту карту. Я руль выкрутил насовсем. А он не поворачивает. Вообще жесть, ребята. Жесть. По гололеду уедем в деревню. Вот так видео и назову. По гололеду в деревню. Все. Опять передача не втыкается. Ну что такое? Да, Омси это вообще жесть, конечно. Очень жесткая игра. Очень жесткая игра. Вот по трассе мы, блин, плетемся 30, там, 35 километров в час. Вообще ужасы. Что за зима такая? Я пытался ставить там 0 градусов, минус 1, но тогда дороги сухие становятся без вот этого вот ледочка. А без ледочка совсем скучно, ребят. Так ведь неинтересно. Надо же, чтобы жесть была, хардкор. Если бы я ехал на автомате сейчас, конечно, другой разговор. Ну, предрессорное сиденье нас в этом плане здесь спасает. На тряску. Почти не влияет у нас. Никакие дорожные ухабы нас не трясет, все хорошо. Промзону какую-то проезжаем. Так, студентики хотят выйти. Снежки, поречье. Вообще еду предельно аккуратно, даже... Желательно вообще помалкивать, сконцентрироваться на игре. Ну как помалкивать здесь? Здесь же не будешь молчать. Надо же потриндеть с вами. Вот видишь, опять. Вот, сука. Блять, пиздец. Не буду ничего запикивать, оставлю маты как есть. Это мои эмоции, пускай они будут. Автобус, конечно, неплохо бегает, но весь его потенциал здесь не раскрыть. На этом гололеде сраном. Вот видишь, я даже не знаю, как ехать. Реально, я не знаю, как ехать здесь. Честное слово. У нас 230 лошадок и двигатель Ямс 230-60 NE. 11 литров объем. Ну, хороший, короче. Хороший. И хорошо, что хороший. Спасибо вам, конечно, пацаны, вот всем, кто подсказывает мне в комментах или в личку пишет, да, там, как лучше, что лучше, на каком автобусе. Спасибо, ребята.
Так, тихонько, тихонько. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, нас осталось там, по-моему, человек 9 до 300 подписчиков. Буду рад вас там видеть и вашу активность, соответственно. И также еще у нас по достижению 1000 подписчиков, хоть это и было у нас 400 подписчиков назад, но тем не менее у нас стала доступна функция сообщества, и теперь я буду у вас еще в новостном блоке появляться. И там тоже будут анонсы, какие-то промежуточные новости и прочие плюшки, поэтому следите, там тоже можно лайк ставить, кстати. Ну и под это видео тоже обязательно лайк, комментарий, любой комментарий абсолютно. Пишите, буду рад. Ну и да, предлагайте, все так же точно предлагайте мне. Где, на чем, как и когда покататься, я все почитаю, помечу себе, и мы обязательно снимем какое-нибудь еще прикольное, крутое видео. Сзади за нами хвостик увязался небольшой. Да, не было, наверное, месяца два видосов. Блин, какая здесь кайфовая местность, вообще, я прям не могу, прямо вот на руле, вообще кайф здесь, даже не мотает по дороге. Два месяца не было видео, вот я надеюсь сейчас постараюсь почаще записывать, хоть ремонт не до конца закончен, плюс работа, плюс подхалтурить надо, и вот как-то вот не получается. Также я еще стрим сейчас настраиваю параллельно, вот хочу немножко как-то подулучшить все это дело. Вот, так что скоро все будет, ребята, скоро все будет. Дай нам бог сил, как говорится. Так, озерки, озерки, они самые. Озерки, озерочки, вот деревня, блин, да кайф здесь. Вот город не люблю в Омнинске, а вот деревня вообще супер, просто супер. Без оплаты сегодня не хочу нафиг с этим заморачиваться. И так он гололед. Так, дверь сзади закрыта, закрыта. Ух ты, как мы красиво закарковались. Сразу на вторую перескочим. Что у нас там по пассажирам? У нас 47 мест для сидения, влезут все. Надеюсь, мы ведем в расписание. Сейчас приближать смотреть не хочу, потому что так у нас нет вида-то. А, есть, да. Да, нормально все. Все нормально, пацаны. Не переживаем за расписание. И смотри, мы от легковушки так отрываемся. Да нет, он нас нагоняет. Сейчас будет горка небольшая. Я чуть-чуть притоплю. Чуть-чуть, вот так, оп. Но он тянет, он в горку тянет. Вот, и когда едешь оттуда, в город, то... О, смотри, автобус затонул. Когда едешь оттуда в город, то чувствуешь горки, реально чувствуешь. И вот наш лазик, он вообще замечательно в горку тянет. Крайней мере, вот я не заметил ничего плохого. Да нет, крутой автобус, реально крутой. А раскрасочка такая, вот красненькая под зиму, вообще супер. Правда, в реале не знаю, есть ли такая с красными полосками. Надеюсь, что есть. Хоть какой-то реализм тоже, да. Ну и как-то ведь я зарекся какие-то ставить оценки автобусам, насколько я помню, да. Так что, ну сколько там было, 10-бальная система у меня, я уже не помню, честное слово, свои видео не пересматриваю. Но давайте по 10-бальной шкале этому автобусу я дам до 9-ку, вот строго 9 я ему ставлю. Строго 9, он заслужил. Там, как бы можно сказать, идет пак 4 автобуса, вот есть дверь такая. Вы что, проснулись там? Вы же спали, сидели, когда меня носило по всей дороге. Так вот, есть автоматические двери,
А есть двери механические, ручные, то есть там ручка прям такая. Ну вот скачайте, посмотрите. Кто еще не играл на этом автобусе, там есть механические двери руками открывать, вот. И есть также еще укороченная, так скажем, версия А-41, по-моему, называется. Тоже неплохой автобусик, я его подсниму когда-нибудь. Мне он тоже понравился, он, в принципе, особо ничем не отличается от этого. Так, ручник давай поставим. Слушай, так тряхануло, аж это, знаешь, как пошатнуло меня. О, автобус загрязнился уже. Грязь ложится хорошо, кстати. Так, давайте по расписанию глянем, что у нас. Так, время 34. Так, мы на заводе, да? 36-34. Быстро мы ехали, но покурим, постоим. Покурим, постоим. Давайте пока рассмотрим. Вот мне нравится вот этот объект. Вообще супер. Блин, огонь, огонь, реально огонь. Реально огонь. Да нафиг, не буду я ждать никого. Поехали потихонечку. Лучше ехать, чем стоять. Снимаемся с ручника. Колоночки все, да блин, ну класс. Сколько раз я уже это повторил. С учетом, что я третий раз перезаписываю. Вы не представляете, просто какой-то ад, сущий ад с этой игрой. А что поделать, нету альтернатив. Я уже говорил неоднократно, что альтернатив нету. Все, что есть, мнение свое я высказывал в прошлых видео. Есть целый плейлист с видосами по Вомси, можете посмотреть по аннотации, сейчас ссылочка, оп, раз, зашел, посмотрел, все, лайки поставил, комментарии написал. И будет супер, вообще вперед расписание летим конкретно, но я мотну, не проблема. Я немножечко мотну, да. Хоть я и не люблю это делать, но я мотну. Так, никого у нас нету, поехали. Я думаю, что не трогается, у меня ручник стоит. Как-то автобус длинноват, конечно. Здесь надо какую-нибудь газельку. Или этот вот спринтер. Вот мы, кстати, на нем не катались на видео. Вот надо будет как-то покататься. Спринтер вообще замечательный просто. Продуктовый магазин. Так у нас выходит. Продуктовый магазин. 37. 37. Поехали. Естественно, все ссылочки вы найдете в описании, кстати говоря. Кому надо, да, я все оставлю. Не забуду. Постараюсь, по крайней мере. Так, налево. Тихонько. Не так резко, Митя, не так резко. А, так и конечная. А, так все, мы приехали. Ну что ж, ребят, что я хочу сказать. У нас все получилось. Всем большущее спасибо за просмотр. Пожалуй, все. Будем на сегодня заканчивать. Подписываемся. Ставим лайк, дизлайк, комментарий. Вступаем в группу. Я очень рад, что наконец-то вернулся. Надеюсь, вы тоже рады моему возвращению. Такая грязь замечательная. Зима вообще супер. Я рад. Надеюсь, вы тоже. Всем огромнейшей удачи. Всем счастливо. И покеда.